свои пути. И было время, что внедряли автосцепки. До сих пор некоторые дороги используют именно их. Уменьшенная копия ширококолейных. Вот. Но автосцепки при плохих путях саморасцепляются, либо при кривых малого радиуса. То есть кривые у нас на узкоколейках допускаются такие, как на наших трамвайных путях городских. Что на широкой колее, конечно, не допустимо. И вот таких кривых малого радиуса саморасцепы тоже, к сожалению, допускались. Поэтому так и остались вот эти типовые ударно-тяговые приборы. Ну из-за этого, собственно говоря, плавность хода такая низкая, потому что вагоны между собой гуляют, есть зазоры. И поэтому, собственно говоря, тут уже с этим ничего не поделать.